Здорово всем! Сегодня будет краш-тест этого автомобиля. Это у нас Reliant Robin. Это у нас британская машина, которая была раньше, сейчас его нет уже. И вот у них есть такая машина, Robin, которая у нас является самым худшим в компании и самым худшим в мире. Все из-за того, что она трехколесная и заднеприводная. От этого она каждый раз переворачивалась она. И многие в них погибали люди так. Даже в маленьких кочках машина легко переворачивалась. И она достаточно легкая. Машина сразу же, говорю уже, в коллекцию она не входит. Я его разобью его. И как раз я буду его переворачивать с помощью этой вот штучки. А поможет нам вот эта вот тачка. Будет такое сравнение, насколько сильно разбиваются эти машины. Трехколесная или нормально четырехколесная. И мы начинаем. Так, в общем, машина встала на этот вот трамплин, встала она. И что мы тут видим? Она, конечно же, она подлетела. И что мы тут видим? Ну, небольшая вот царапинка есть в бампере здесь, видите, в середине чуток. А еще забить мне это вот здесь, видите? Однако все в порядке. Что ж, и теперь возьму четырехколесную тачку, а это... И что мы тут видим? Машина, конечно же, встала в трамплин, однако все равно она встала на все четыре колеса и врезалась в стену. Что мы тут видим? Небольшая вмятина тут на бампере, но все равно она не перевернулась она и встала на колеса. Вот что значит безопасность. Ладненько, давайте-ка посильнее. Что у нас тут? Ну, переворот достаточно слабенький, да и трамплин очень даже маленький. Ну что мы тут видим? Сразу же она перевернулся, можете увидеть на видео. И тут есть маленькая вмятина здесь. И тут бампер чуток здесь. А так их и нет. Ну, еще колеса задние стали овальными. Ладно. Переходим к этой тачке. Так, что у нас? Тачка все-таки подлетела, но она не перевернулась, все-таки встала на колеса. А в бампере все-таки есть вмятины небольшие. Ой. Ладно, давайте-ка будем разбивать по-другому будем. Я буду эту машину разгонять, а машина врежется туда. Причем не будет стен здесь, чтобы машину прижимали, просто положу так машину и врежусь на большой скорости. Так, что у нас тут? Ну, все-таки машина подлетела у нас тут. Это уж это здесь находится там. Ну, что тут видим? Небольшая вмятина прямо вот здесь, что даже не видно. И еще тут еще есть. Небольшие вот коцки. А у тачки что? Ну, бампер будет чуток помят, но я его выпрямлю его. Ну, еще решетку там от, чуток отваливает, чуток. Ладно, давайте как к стене. Это будет более эффективный способ будет. Впоследствии на этот раз уже получше. Что у нас тут? Тут у нас прям заметная у нас тут вмятина тут у нас тут. Еще здесь у нас тут бампер тоже так покнут прилично, но я вот что-то его выпрямил его. Ладно, давайте-ка еще раз, только уже посильнее. Но я так постараюсь.
Впоследствии уже куда больше врезался я в угол, но угол тут оказался прочным, все из-за того, что тут плотный пластилин. А что у нас тут? Уже погнулся у нас крыло прилично. Далее часть двигателя. И еще фар тут у нас сместился. И решетка. Да, просто полная жесть. Так. Ладно, давайте-ка я выпрямлю машину и еще раз врежусь. Что у нас тут нового? Все-таки от этой тачки у нас тут все фары и все решетки у нас полностью отвалились тут у нас. Тут. Ну, в общем, передняя часть уже полностью рассыпается. А еще и колесо тут у нас тут погнуто, а? Да, да. А что это тачки? Всего-то маленькая вмятина на угле. Чего? Разве можно эту машину хоть как-то разбить-то, а? Или моя машина оказалась более легкой, кто находится эту четырехколесная? Ладно, сделай так. Ничего, тогда сделаю так. Вон, уже лучше, есть там вмятина есть. Ладно, давайте-ка еще раз. Что у нас тут? Новая машина тут врезалась в самую переднюю часть, прям как так я и хотел. Но все это стоит машина достаточно высокая, поэтому она так подлетела так. Да и тут одно колесо всего лишь спереди. Ладно, давайте-ка так сделаем. О май гад. Ну, эта машина тут на что? Маленькая вмятина и все тут. Ладно, давайте-ка я отложу эту тачку. А что у нас здесь? Вмятина тут достаточно приличная. Тут у нас тут двигатель чуток смещен. Да и нижняя рама тоже погнулись на тут. И бампер, который весь уже потрепанный. Ладно, тогда поставлю бампер так. И капот так. Еще раз так врежусь. На трассу посильнее. Ох, что будет дальше, я даже не знаю. Что у нас тут? У этой машины, ну тут крыша чуток деформировалась, ну и задняя часть. Ну из-за того, что я машину вставлял так в угол, поэтому так задняя часть чуток погнулся, забыл так сказать. Ладно, что смотрим дальше. Ну, все, днище погнулся прям очень сильно. Ладно, ой, я уже отсоединил. Да, повреждение прям получилось очень реалистично. Прям так я и хотел. Идеально прям. Что у нас под капотом? Сверху двигатель даже целый, а снизу нет. Нормально прям, нормально прям. Ладно, давайте-ка я задней части поставлю заднюю часть и врежу с него. Что у нас тут? Ну, врезался задняя часть прям в правую часть. И у нас тут погнулся очень сильно, так как правая и левая часть очень даже слабое место, поэтому так погнулся. Вслед за ним уже крыло погнулся, но и крыша деформировалась там. Ну, до салона еще не дошло. Это хоть радует. А что это тачки-то? Тачка хоть вся исцарапанная, но выглядит лучше. Хотя нет, не лучше. Задняя часть все-таки погнулся прям очень сильно, прям наклонился так очень резко. Но
Что это за трехколесная будка? В реальности она ломается куда быстрее, а пластилиновая нет. Да, логика. Сорян. Вот это да, удар был настолько силен, что даже вся верхняя часть уже полностью погнулся. Словно уже дошло уже до пассажирского места, пассажиру прям не повезло, а водителю повезло. А что с этой тачки? Всего-то царапины и все, да? Ладно. Давайте-ка я сделаю наше, как обычно, торжественное добивание. В общем, все. Вот что осталось от этих машин. Пишите свое мнение в комментарии по поводу этих тачек и по поводу краш-теста. В общем, такая вот у нас тут заварушка у нас получился. Очень даже неплохо даже. Понравился мне очень. Ну а мы будем прощаться. Снова неудачно получился. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем пока. До новых встреч.